фашизм вломился на нашу землю сильный, самоуверенный, опьяненный своими прежними легкими победами. Через линию фронта к народу обращалась Родина, партия. Наши войска героически сражаются с врагом, вооруженным до зубов. Красная армия, преодолевая многочисленные трудности, самоотверженно бьется за каждую пять советской земли. В занятых врагом районах необходимо создавать партизанские отряды и диверсионные группы, создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников. Гражданин Великого Советского Союза, верный сын героического русского народа, клянусь, что не выпущу из рук оружия, пока последний фашистский гад на нашей земле не будет уничтожен. За сожженные города и села, за смерть детей наших, за пытки, насилие и издевательства над моим народом, я клянусь мстить врагу жестоко, беспощадно и неустанно. Кровь за кровь, смерть за смерть, я клянусь. Клянемся! Нигде не было такого, что происходило на нашей земле. Всенародной войны. Почти миллионная армия сражалась в тылу врага. А кто может сосчитать тех, кто помогал ей, чем мог, в этой необыкновенной войне, развернувшись от карельских лесов до Крыма? Когда видишь этих вчера еще мирных людей, которые в тылу врага берут в руки любое оружие, понимаешь главное. Миллионы людей были духовно готовы к борьбе не на жизнь, а на смерть за свою землю, за свои идеалы, за свой образ жизни. К этому была готова партия, оставлявшая в подполье лучших своих организаторов. Человек со старой винтовкой и гранатой был уже с самого начала сильнее тех, у кого за душой не было ничего, кроме бредовой идеи о расовом превосходстве. Фашистские операторы снимали то, что им приказали видеть – увеселительную прогулку на восток. Такими безмятежными должны были стать их дни на занятой земле. Должны были стать, но не стали. Произошло что-то необъяснимое. В донесениях появился новый термин. Район запартизанен. Первым результатом был страх, от которого не защитишься танками. Письмо солдата Ганса Гафакера домой. Скажи матери, что я недалеко от Ленинграда,
пусть будет подготовлена на всякий случай. Лучше быть на фронте, чем здесь. Там я знаю, где враг. А здесь он всюду, вокруг нас. Из-за каждого укрытия нас выслеживают партизаны. Радио Берлин, 6 июля 1943 года. Генерал Дитмар говорит. Die Partisanen richteten im Mittelabschnitt und auch an einigen Stellen der Heeresgruppe Nord riesigen Schaden an, wo enorme Flächen von Wäldern und Sümpfen bedeckt sind. Hier wurden sie исключительно много вреда партизаны причиняли на центральном фронте, а также в некоторых районах Северного фронта, где огромное пространство покрыто лесами и болотами. Здесь они превратились в настоящее бедствие. Газета Danziger für Posten, 17 декабря 1942 года. Die Unterstützung, die die Zivilbevölkerung dem Gegner des Öfteren in Form von Partisanaktionen leistet, was von den Bolschewisten besonders kultiviert wird, macht den Kampf der deutschen Soldaten höchst zermürbend. Бои против партизан и групп, которые прорвались к нам в тыл, стали обычным явлением. Газета Kölnische Zeitung, 13 апреля 1942 года. Im tiefen Hinterland wurden Kämpfe gegen Partisanen und Gruppen, die in unser Hinterland durchbrachen, Поддержка, оказываемая противнику гражданским населением, часто в форме партизанских действий, которые особенно культивируют большевики, делает борьбу немецких солдат крайне утомительной. Гамбургер Тагеблат, 25 июня 1942 года. Den ganzen Winter über ließen die Partisanenaktionen nicht ab. Gegenwärtig ist der Partisanenkrieg eine reale Gefahr. Die Partisanen desorganisieren nicht nur den Verkehr auf unseren Hinterlandstrecken, sondern versetzen auch unseren Partisanen действуют непрерывно. В настоящее время партизанская война представляет реальную опасность. Партизаны не только дезорганизуют движение на наших тыловых коммуникациях, но наносит также удары по тылам и флангам наших войск. Где за линией фронта прозвучал самый первый партизанский выстрел? Никто не ответит на этот вопрос. Да и не это главное. Главное то, что он грянул, вспоминает псковский партизан Иван Виноградов. Я вспоминаю начало. Отряд наш состоял, ну, немногим более, как из 20 человек. Были мы плохо вооружены. Не имели никакой связи с советским тылом. У нас не было тогда радио, не было газет. Мы только знали о том, что где-то откатился от нас на восток фронт. А каково положение на фронте, этого нам никто не мог сказать. Фашисты в своих листовках и газетах старались уверить нас, что победа на их стороне, что они уже чуть не дошли до Москвы, что они почти оцепили кольцом Ленинград. А люди, оставшиеся здесь, во вражеском тылу, не верили этой пропаганде. Не верили даже тогда, когда они сбросили однажды листовку о том, что Ленинград якобы пал. Ведь на этой листовке были изображены фашистские солдаты где-то у Исаакиевского собора, как будто они вступили уже в этот город. И мы тогда собрались, горсточка людей, и говорили, не может быть, город трех революций Ленинград не может отдать наша советская армия. В этой войне каждый человек находил свое место. Каждый считал своим долгом бороться. Так уж были, наверное, мы воспитаны. Так уж мы были преданы и строю своему, и нашему народу, нашей родине, нашей партии, что другого решения никто не принимал. Каждый из нас встречает за день десятки и сотни людей. Такие же люди, только, может быть, похуже одетые, ходили по нашим улицам и до войны. И вряд ли кому-нибудь приходило в голову, сколько же среди них будущих героев. В оккупированном Минске друзья, партизаны и подпольщики называли ее Галей. Сквозь патрули и заставы Галя ходила свободно. Горничная самого гауляйтера Белоруссии Вильгельма фон Кубе. Сотни тысяч жертв уже были на его счету.
остановить палача. Этого требовала сама справедливость. Поручено это было Гале. Через подпольщицу Марию Осипову ей передали мину замедленного действия. Что чувствовала она, когда несла мину в дом Гауляйтера? Разумеется, это было очень страшно, потому что задание было сложное. Поскольку подвергало себя проверке, бесконечным проверкам, контролям, но очным и не очным, это было очень и страшно было. Ведь мне все свойственно то, что свойственно людям. И колебания были, и все. Но долг был превыше всего. И надо было отомстить. Я чувствовала, что это есть какая-то надежда. А вот, может, останешься жив и дело сделаешь. И мы взялись все-таки за эту операцию с сестрой. С такой, ну как вам сказать, уверенностью, что мы должны победить. И даже если погибать, так мне хотелось, я помню такой вот момент, когда я уже пронесла мину, ведь я когда шла в дом, я подвергалась дважды осмотру. И мою сумочку смотрели. Ну, мина не была обнаружена. А мину-то я носила при себе, я ее положила вот сюда вот в груди, подвязала, потому что руки должны быть свободные. И когда я с ним разговаривала, в этот момент, когда я просилась у него, что вы меня разрешите уйти, мне казалось, что мина шипит уже, мина работает. Я в это время начала ближе к нему подходить и думаю, вот так, пусть если нам взорвется, пусть и его захватит, пусть я погибну, ну чтобы он погиб. И он даже как-то посмотрел на меня, почему я так близко подхожу, так отошел в сторонку. Ну, как видите, все благополучно. Мину я положила в постель, под матрас, и удалось мне выйти из спальни, хотя потом тут же пришел немец, но все-таки удалось выйти из спальни. И когда я уже вышла, время как раз было, как мы условились с Марией, что на сквере она должна ждать половину одиннадцатого. Я выбегаю на сквер, и только одна могла сказать, Мария, все сделано. Мне слезы были на глазах, и у меня были слезы, да были слезы радости уже. И тут же подошла Валентина, и мы сели на машину, которую нам прислал подпольщик Похлебаев, тоже Похлебаев, который нас связал с Марией. А Фурц был шофер наш, тоже подпольщик из военнопленных, наш русский солдат. Он нас довез до деревни Поперня, потом мы сошли и пошли вот. Ее настоящее имя Елена Мазаник. Военный преступник Кубы не дождался своего часа на процессе в Нюрнберге. Фашистский Райх объявил траур, его хранили в серебряном гробу, и никто из врагов не знал, что это сделала женщина, которая до войны была официанткой, и которая не держала в руках не то что мины, но даже обычного пистолетного патрона. Теперь Елена Григорьевна Мазаник – герой Советского Союза. На ее долю выпали суровые испытания. Суровые, но не исключительные для той поры. Тысячи и тысячи прошли сквозь такое. Сейчас вы увидите одну из самых удивительных страниц партизанской войны. Она связана с Ленинградом. Здесь каждый из 900 дней обороны был подвигом сотен тысяч людей. Враг страшнее бомб, мины, снарядов, от которого нет укрытий, который не щадит никого. Голод. Далеко за линией фронта, в тылу немцев, на древней псковской земле, партизаны задумали провести обоз с продовольствием в осажденный Ленинград. Нужно было тайно собрать это продовольствие, найти людей, которые поведут обоз,
А самое главное, пройти 200 километров по немецким тылам. Прорваться сквозь кольцо блокады, которую немецкие генералы называли герметической. Этот план казался фантастическим. И все-таки они пошли. 223 подводы. Приезжает к нам товарищ Поруценко, товарищ Петрова. Товарищи, у нас Ленинград голодует. Как бы нам помощь сделать? Ну, тут все раз голодует, давайте сделаем помощь. То смелый поехать. Ну, председатель мне попросил, ты можешь поехать? Я говорю, могу. Мы собрали на дворе все, тихомолочку. На вторую ночь мы тронулись. А снаряды через нас так и летали. Так и летали через нас. Ехала, плакала, прощалась. Что может вернусь, может нет, мать-то меня ж дома. 56 тонн продуктов и еще удивительный по своей силе документ везли они в Ленинград. 13 обычных школьных тетрадей, сплошь заполненных подписями под клятвой. Не сложим оружие до тех пор, пока хоть один враг остается на нашей земле. И они вышли к нашей передовой. Ой, страшно, не страшно, я ехала и приехала. Не верил фронт даже, что мы фронт. Такого глубокого даже ругались. Что вы, говорит, голову морозите? Даже не верили, что мы приехали с такого глубокого тела. Стали продукцию сдавать, тут даже Катюша стала делать. Ну, тут, правда, вышел комиссар комиссии и сказал, товарищи партизаны и партизанки, вы к такого глубокого тыла приехали, вы не бойтесь, говорит, это в честь вашего приезда наша Катюша бьет. Изумились бывалые солдаты. Да что же вы за люди такие? Вот они, эти люди. Александр Поруценко. Это он же, только теперь, в наши дни. Мы сняли его во время ежегодной традиционной встречи с ленинградцами в городе Дедовичи. Екатерина Петрова, Александр Майоров, Владимир Лильбок, Нюра Александрова, Сысой Быстров, Евдокия Никитина. Коммунисты, организовавшие обоз. О великой силе духа всегда будет напоминать потомкам этот обелиск. Дети – будущее народа. Поэтому враг не щадил и детей. Там, за линией фронта, люди берегли детей. И в этом еще раз сказалась их твердая вера в то, что победа придет, что они добьются для них светлой, достойной жизни. Тысячи и тысячи партизанских детей были вывезены из вражеского тыла. Ради их спасения десятки летчиков шли сквозь огонь вражеских батарей под налетом мессершмиттов на беззащитных У-2. Летчик 102-го отряда гражданского воздушного флота Александр Мамкин. Это о нем рассказывает Валентина Степановна Лотко, бывшая воспитательница. Поднялись. Значит, слышим выстрелы по самолету. Потом, значит,
И так мы летели некоторые, долго ли, тоже трудно времени. Вдруг самолет пошел на приземление такими прыжками. Летели дети, 9 человек меньших. Один летел мальчик из старшей группы. Вот в возрасте, как вот здесь есть ребята, Володя Шишков. Значит, он выскочил и кричит: «Валентина Степановна, мы горим!» Мы начали оттаскивать детей, быстренько выхватывать. И уже когда выхватывали, то на некоторых детей уже даже горела одежда. Вот мне очень хорошо помнится, на мальчике на одном горело, такое у него пальчишко было рваное, плохое, и на девочке на одной оттащили их. И, значит, вытащили партизан раненых. И когда мы только оттащили, то взорвался бензинный бак, и всем пламенем охватило самолет. Стали вокруг смотреть самолеты, то метров так в 30 от самолета увидели обгорелого летчика Мамкина. Тяжелых потерь стоила борьба в тылу врага. Но чем дальше рвался враг, тем многочисленнее становилось партизанское войско. Укреплялись его связи с Москвой, с Красной армией. Самолеты с большой земли. Великая сила и уверенность в победе прилетала всякий раз на этих, в сущности, зыбких крыльях. Это всегда было чудом. Но это чудо совершали каждый день 150 летчиков. Снова навстречу с полохом фронта, из ночи в ночь, на партизанский сигнал 5 костров конвертом. Трудно сравнивать степени мужества, но прыгнуть вот так на занятую врагом землю, в неизвестность, к черту в зубы, мог не всякий. Это делали только добровольцы. Герой Советского Союза Александр Шихов не однажды командовал отрядами добровольцев, которые засылались в тыл врага. Последний раз в январе 44 года наша группа «Богатырь» была заброшена в тыл не на самолетах, а пешим порядком. Прошли на лыжах более 400 километров в район Барановича-Лунинец. Было нас 46 человек. В приказе говорилось: воздействовать на перевозки противника путем систематического разрушения железной дороги. Ну и мы воздействовали. Кроме того, уничтожали связь, вели разведку. Я хорошо помню всех, кто был в нашей группе. Это были добровольцы из отдельной мотострелковой бригады особого назначения. Как и в других отрядах, люди были разные по возрасту и по прежним профессиям. Коммунисты, комсомольцы, разных национальностей, из разных мест, можно сказать, со всей нашей страны. А вот выделить кого-нибудь трудно. Все достойны. Не было случая, чтобы кто-нибудь пошел на попятную. Теперь вспоминаешь это и думаешь, да как же люди могли вынести все это? Ежесекундный риск и бесконечные стычки с врагом, который гонялся за нами, и холод, а порой и голод. И находишь только один ответ. И все-таки мы были на своей земле. Это враг был на чужой, а мы на своей. У нас были сотни добровольных помощников, которые, рискуя жизнью, выполняли наши задания, делились последним, что у них было. А мы старались поделиться с ними каждой новостью, полученной с большой земли. Отряды добровольцев, заброшенные в тыл, часто становились ядром крупных партизанских соединений. Но главным организатором партизанской войны были подпольные комитеты партии и комсомола.
Их были сотни на оккупированной земле. Не меньшую взрывную силу, чем гранаты и мины, несли в своих строках газеты и листовки партийной партизанской печати. Здесь не обойтись без цифр. 123 газеты регулярно выходили за линии фронта в Белоруссии. 400 миллионов газет и листовок отпечатали партизаны Украины. За линии фронта появились обширные районы, куда враг, несмотря ни на какие усилия, не мог пройти. Партизанские края. Они были под Ленинградом, в Белоруссии, в Брянских лесах. Люди восстанавливали здесь тот порядок жизни, который был им привычен и дорог. Работали местные советы, колхозы, партийные комсомольские организации. На этих уникальных кадрах партконференция партизанского края. Делегаты подпольных райкомов и горкомов партизанских соединений собрались в этом зеленом конференц-зале. На повестке дня один вопрос. Усилить помощь фронту, наступающей Красной Армии. На этих кадрах один из первых партизан-героев Советского Союза Михаил Харченко, кавалер ордена Ленина Камбрик Васильев. Около 200 тысяч партизан были удостоены наград Родины. Разные пути вели тех, кому было дорого будущее своего народа под знамена партизан. Офицер в темном плаще, знаменитый Ян Налепко, бывший учитель из города Прашево, убежденный антифашист. Гитлеровцам не хватало своих солдат, и они посылали на Восточный фронт венгров, румын. С одним из охранных батальонов прибыл сюда и капитан словацкой армии Ян Налепко. Однако вскоре он установил связь с партизанами и вместе со своими солдатами перешел в бригаду Сабурова. Многие партизанские отряды становились в то время интернациональными. Вместе с бригадой Сабурова Ян Налепко прошел большой путь и погиб в бою за украинский город Овруч. Ему одному из первых иностранцев было присвоено звание Героя Советского Союза. Переходя к партизанам, эти люди думали о будущем своих народов и стран. Людьми с чистой совестью называли партизан. Да, их совесть чиста перед своим народом и всем человечеством. Борьба была жестокой, и они не знали пощады к врагу. Смерть за смерть, говорили партизаны. Но два одинаковых слова этого девиза неравнозначны. Смерть, которую нес враг, была воплощением самого жестокого насилия, человеконенавистничество. Смерть, которую несли врагу партизаны, была единственным путем к победе гуманизма, справедливости и разума. Посмотрите на эти кадры. Только люди с чистой совестью могли с таким оптимизмом и жизнелюбием пройти сквозь эту тяжкую лесную жизнь. Вот приехал в отряд кинооператор и как будто бы
не было жестоких боев. Как будто бы нет поблизости врага. Костра не разложит, чтоб лихо не вышло, сигарку и ту не запалишь, гляди, лишь песню затянешь, так тихо, чуть слышно, чтоб только слова подавать из груди. Бей врага, где попало, бей врага, чем попало, многих пало, а все-таки мало. Малых палат надо еще. Железная песня борьбы и отваги, внушая насильникам ужас и страх. Витает она над кварталами Праги, в предместьях Парижа, в Балканских горах. Вонзаясь кинжалом, вливаясь отравой, она по пятам за фашистом идет, и мстителя дарит бессмертною славой, и море борцов за собою ведет. Бей врага, где попало, бей врага, чем попало, многих пало, а все-таки мало, малых пало надо еще. Хорошо вооруженная, дисциплинированная партизанская армия, сплоченная партией, стала участником стратегических операций советской армии. Лето 1943 года. В Москве, в Центральном штабе партизанского движения, работавшем под руководством Центрального комитета партии, начальник штаба Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко проводит совещание с генералами партизанской армии. Ковпак и Сабуров, Федоров и Лобанок, Козлов и Корж, под их началом уже многотысячные соединения. По согласованию со Ставкой готовится крупнейшая в истории войн диверсионная операция «Рельсовая война». Более 500 партизанских раций в условный час приняли сигнал Москвы. Начинать! Около 100 тысяч партизан за всей линии фронта от Прибалтики до Молдавии вышли на эту диверсию. Это были дни сражения на Курской дуге, когда врагу особенно были нужны резервы из Европы. В одну ночь с 2 на 3 августа за линией фронта залпом грянуло около 6 тысяч взрывов. Это был партизанский Сталинград. Движение в тылу врага было практически остановлено. Тысячи орудий, танков, шедших на поддержку рушащегося Восточного фронта, полетели под откос или замерли на искореженных путях. Движение поддерживать более не представляется возможным, доносило гитлеровское управление дорог. Там, где кончается железная дорога, кончается война, уныло сказал один из фашистских стратегов. С востока шла наша победа, рождаемая в битвах под Москвой и на Волге, в цехах Урала и в тревожных партизанских буднях.
И навстречу нашей победе шли они, солдаты народной армии. В те дни впервые звучали на всю страну их подлинные имена. И люди порой изумлялись, узнавая тех, кто до поры до времени должен был скрываться под именами Грозный, дядя Петя, товарищ Н. 3000 марок, надел земли в 25 гектаров, 5 пудов соли, обещал немецкий комендант за поимку бандита Кати. Видно, крепко Катя ему насолила. Вот она, Катя. Только зовут ее Варя Вырич. А это ее боевые друзья. У каждого из них на боевом счету десятки эшелонов, пущенных под откос, взорванные склады боеприпасов, нападение на вражеские гарнизоны. Месяцы и годы партизанской войны. 1,5 миллиона захватчиков пали от рук партизан. 18 тысяч поездов с оружием и войсками не дошли до фронта. Никто не заставлял их делать то, что они сделали. Они просто не могли иначе. Никто и никогда не сможет назвать всех бойцов партизанских армий поименно. Потому что часто там, где они сражались, единственным свидетелем их славных дел были они сами. И о многом некому теперь рассказать. Без орудийных салютов на лесных полянах и тропах заканчивалась партизанская война. Заканчивалась так же, как и начиналась, не в один день. Красная армия гнала врагов с родной земли. Так же, как и о первом партизанском выстреле, никто не скажет и о последнем, когда и где он прозвучал. Нигде и никогда не было такой всенародной войны, потому что не было раньше нигде человека, нового мира. И этот человек распорядился своей судьбой как хозяин, твердо и властно. Об этом говорят нам вечно живые документы времени. Эта правда не умирает, возрождаясь в каждом новом поколении. Сидят в огнику ветераны, солдаты, сестры, партизаны. Сидят, поют, как сердце радует.